Был бы у меня сейчас дробовик. С каждым поворотом мы уходим все глубже. Я даже не знаю, идем ли мы на восток. Может, повернем назад? С такими плутаниями по туннелям, братан, мы заблудимся похлеще польских воздушных гимнастов. Чё? Да. Парни, смотрите. Это сундук? Здесь были люди! Идем! Ого! Отлично! Солнце уже встало, и мы идем на восток. Моё ведро! О да! Как думаете, хороший? Да. Золотой же. Обязан быть. Неплохая находка. Не говори. Но зачем было оставлять все это здесь? Что? О, блин! Бежим! Что это было? Спавнер мобов. Нескончаемая толпа зомби. Надо валить отсюда как можно скорее. За мной! Вагонетку! Я вижу свет! Парни, парни! Смотрите! Да чтоб я стал левым пальцем на ноге лысого ребенка! Добрались! Идем глянем. Господи, да это какой-то город призраков. Значит, вы прибыли! О, превосходно! Ночи в глуши весьма опасны в это время! Нам ли не знать? Мы чуть не умерли. Но, как бы там ни было, я Змей. Это мои друзья, Нобик и Фарт Гарфанкл. Меня зовут Гейлорд Баня. Я админ этого сервера. Но вы можете звать меня просто... Бог! Господин Баня, то есть Бог, а где все? Рад, что вы спросили. Все ушли из-за определенных судебных конфликтов, о которых я пока помолчу. Надеюсь, что вы не доставите мне хлопот, господа. Конечно нет. Мы пришли строить. И отдыхать. Устал я что-то. И кушать. Я проголодался. В таком случае я утолю ваш аппетит. Не себе хера. Спасибо. Господин Нубик, можете поспать в любом здании в округе. Господин Змей, можете строить где пожелаете. Я буду неподалеку присматривать за вами. Чокнутый какой-то. Не говори. Ему можно доверять? Ну... Конечно! На русский язык перевел Максим Солозилов. Текст читали Иван Лоев, Глеб Мещеряков, Максим Солозилов, Александр Чернов. Специально для Стоп Гейм. Ру.